Более 15 тысяч человек зарегистрировались для участия в акции «Диктант Победы» в Московской области. Это количество не окончательное. Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов подчеркнул, что заявки продолжают поступать. «Мы с коллегами ежедневно мониторим динамику численности. Количество постоянно увеличивается», – прокомментировал Брынцалов. Напомним, «Диктант Победы» состоится уже в этот четверг, 3 сентября. В Одинцовском округе его проведут на базе образовательных учреждений. Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.